одна и, наверное, самая трогательная традиция. Это снятие фаты. Но для начала я хочу обратиться к нашей замечательной невесте. Я прошу тебя сейчас подойти, пожалуйста, к своей маме и пригласи ее на танцпол, пригласи ее на танец с мамой. Поаплодируйте, пожалуйста, нашей невесте и ее маме. Прошу. Почему один Дима аплодирует? Дружнее. Всегда меня оберегали. Мамины руки, мамины сердце нежно хранят. Минуты детства, мамины сердце, мамины слезы нужно понять. Пока не поздно, что так легко ее обидеть своих ошибок. Знаете, ребят, сейчас еще один такой очень немаловажный момент. Мы практически вплотную подошли к самому главному событию. Это, конечно же, к снятию фаты. Я попрошу, дорогая наша свекровь, дорогая наша мама, мама нашего Олега, возьмите, пожалуйста, белый платочек и выходите сюда ко мне. Ну, а также я хочу сразу попросить, девчонки, все, кто не замужем, можно вас еще раз попросить подняться, выйти на танцпол, и давайте вот возле арки сделаем такой открытый полукруг. Хорошо, девочки, прошу вас, выходите, пожалуйста. Вы поймете через несколько секундочек, для чего я попросил вас выйти.